Всем привет и добро пожаловать на канал Drift Insight. И сегодня у нас необычное видео. Я сегодня в бинке, не знаю, попробую подрифтить здесь, что получится, короче. Если зайдет, то продолжим видос по бинке. В общем, нашел я тут Труэна, это мод. И она отличная, вот, идет боком. На изи вообще крутится, а тут тупик. Пока я так настроил, как, ну, как получилось, вроде работает, но все как-то странно и для меня непривычно и необычно вообще. И как бы в целом дрифт, то есть, ну, машина то ли не хватает мощности, то ли фиг знает, но на второй вроде едет, ну, вроде, опять-таки, я же говорю, вроде едет. Я поставил трафик, он тут, кстати, живой, работает, вот так вот спамится прямо перед вашими глазами. Машина даже едет боком. Можно загреметь в какую-нибудь канаву. Ямы тут все отрабатывает. Это очень крутая физика, кстати, в бинке, в плане вот всего этого движения. Ну, то есть мне прям заходит. Все настраивается, все работает. Воу-воу-воу, столб! Намотался. Ну посмотрите, просто минимальная авария. 20 км в час и все, до свидания. Дверь открыта. Ладно, поедем с открытой дверью дальше. Почему камера не возвращается, вот это вот вообще вопрос странный, удивительный, для меня непонятный. Но уже все, да, как бы да, приехали по факту. Почему с камерой такая беда происходит? Ну, попробуем. Помятой двери, вот тихо. Воу-воу-воу. А если попробовать с помятой двери сделать 360, сейчас тут мы подразгонимся хотя бы до, не знаю, вот нормально будет. А, нет, тут я убьюсь, только убьюсь. Сейчас мы попробуем где-нибудь 360. Оу, а что такое? А что я там впилился? Просто в канаву встрял башкой. Ну все, у меня машина уже отъездилась. Еще столб. Ну, она уже просто неуправляемая стала у меня какая-то. По-моему, я сейчас разбил Toyota AE Truena, так что на меня не злитесь, если что. 360 попробуем сделать. Но у меня, по-моему, клинит какое-то колесо и все. Ну, 360 получилось, это вот лайкос. Меня тебя тащит, видите, в ту сторону. Вот так вот сделаем. Ом-ом. По красоте. Тихо. Ну, нам надо в какой-то гараж, наверное, починиться, либо сбросить машину. Вот я еще бампер потерял, смотри. Чекай. Все уже там, двигатель, дымится, дымится. Я не знаю, там водитель вообще дышать есть чем. Все, застучал моторчик.
так и погибла моя Труена. Ладно, давайте заново еще разок попробуем. Колесо. Бля, ярый бачок пути. Можно дрифтить без переднего колеса. Такое, да, будет, наверное, все. Здравствуйте. Ну, собственно говоря, все. На этом все, приехали. Ну, посмотри, еще рулится, еще мы не заглохли, еще можем куда-то ехать. Ну, давайте мы сбросимся сейчас по-хорошему. Нормально, надо найти какой-то спот и проехать его красиво, но для того, чтобы как бы подтвердить то, что в гонке все-таки можно достойно дрифтить на руле, и я как бы чувствую, что это возможно на второй передаче. Единственное, надо поднайти какой-нибудь спот, где можно было... Нет, можно аккуратно ездить, но аккуратно не прикольно, то есть не весело, то есть когда ты вот жаришь, и нормально. Хотя еду всего сотку, но если шататься на сотке, мне кажется, от этой Аешки ни хренашеньки не останется, просто она в щи просто размажем ее. Ну тут смотрите, какие прыжки. Воу-воу-воу! Чувак! Поцарапал мне новую машину. Ладно, погнали. Тут есть поворот, сейчас мы в него красиво завалимся. Воу! Просто чуть-чуть расколыхал, и все. Машина в труху просто. То есть сюда еще, я знаю, можно посадить какой-нибудь манекен, и он будет вылетать при аварии. Это будет вообще здорово и весело. Ладно, погнали дрифтить. Тут я знаю, там где-то сверху этот ралли-кросс-спот. Я на него вроде как бы изначально респился, но что-то уехал куда-то. Уехал в итоге далеко. Восьмерочку можно дать, да? Сильно я как-то жопу закидываю. Ну ты откуда взялась? Чудо. Ладно, ребят, вот так вот я умею дрифтить BMG Drive. Хотя ладно, сейчас мы все-таки я соберусь, и мы что-нибудь надрифтим. Бублик могу. Откуда вот он выезжает? Вот что у меня с камерой? Почему она не показывает туда, куда надо? Трафик здесь, по-моему, мне только мешает ездить в итоге, потому что какие-то дороги непонятные, дебри, кусты. Воу-воу-воу! Ну тут да, тут, конечно, косяк. Но зато прикольно, смотрите, как все мнется красиво, ломается на ура. То есть, да, тут есть, кстати, Нивы, давайте еще, знаете что? Ну ладно, это уже в следующей серии. В общем, если вам понравится, оставляйте ваши комментарии и поддержите лайком видос, если вам зашло. Короче, в следующей серии мы скачаем какую-нибудь другую тачку. И у меня, так, кстати, уже есть там Subaru PRZ или Toyota GT86. И мы попробуем на ней раздать боком, либо на Ешке, но на другой. Как бы не знаю, мы поедем куда-нибудь в город. Я знаю, тут есть городские трассы, накидаем туда трафика и попробуем дрифтить в трафике и посмотрим, что получится. Может быть, сделаем какую-нибудь подборку крутых аварий в дрифте, да? Ну, именно, я думаю, это будет прикольно. Ну, а на данный момент всем пока, всем спасибо за просмотр, вы лучшие, и до скорых встреч.